В Центральной библиотеке в Видном прошел интеллектуальный вечер для студентов Ленинского городского округа. Ребята приняли участие в игре «Думай, знай, познавай» и множестве других активностей. Волонтеры из отдела по работе с молодежью администрации муниципалитета подготовили для студентов насыщенную, интересную программу. Юноши и девушки участвовали в играх и конкурсах, отгадывали фильмы, зашифрованные гигантскими домино, играли в китайскую настольную игру и дженгу. Запланировано и уже часть проведено интерактива, которая направлена на развитие молодежи, на их, так скажем, проверку знаний. Кульминацией вечера стала уже многим полюбившаяся интеллектуальная командная игра «Думай, знай, познавай». Ребята смогли продемонстрировать свою эрудицию, сообразительность и быстроту реакции. Университет в каком городе являлся самым старейшим университетом в СССР, который успешно работает и по сей день? В завершении игры всех участников ждали утешительные призы.